Блин, я в школе всего 3 дня и уже успела подраться с одной из одноклассниц. Что же будет дальше? Это Вова, хулиган. Никогда не слушает на уроках, списывает на контрольных и никогда не делает домашние задания. Это его подруга Влада. Любит переписываться на уроках, на каждом скучном уроке садится за последнюю парту и зависает в интернете. Лучшая подруга Влады – Даша. Она постоянно хвастается своими новыми покупками и не только. Это Дима и Кристина – самые добрые ученики. Могут помирить каждого, всегда организовывают какие-то школьные праздники. А это Остап, мой хороший друг. Он постоянно пишет контрольные только на 12 и иногда дает списывать. Ну и я, Маша. Кстати, один тебе совет. Не связывайся с хулиганами. Это может не очень хорошо закончиться. Привет, чувак. Здорово. Ты видел, какой вчера был батл? Да, наша новенькая не из трусливых. Капец, какую она подножку сделала. Я был в шоке. Да она чуть сальто не сделала. Смотри. Жесть. Да, она драться умеет. Да уж, драться — это не самый лучший способ решения конфликта. Но раз Влада это объяснишь, она хочет быть везде самой главной. Да, но Лиза смелая девчонка, смогла дать отпор. Угу. Даже с трудом представляю, что сегодня будет. Всем привет! Здорово! Вчера новый себе чехол для телефона купила. Да какой тут чехол? Ты что, не знаешь, что вчера было? Нет, а о чем речь? Вчера Влада с Лизой очень сильно поссорились. И после уроков тупо подрались. Такая жесть была. Да ладно, вы что, шутите? Нет, держи сама, посмотри. Офигеть, и кто победил? Да ничья. Мы их вовремя разъединили. Да уж, вот это жесть. Всем привет, народ. Привет. Что ты, Кристина, уже выспалась? Привет. Ну, хоть что-то хорошее. Здорово. Здорово. Что, как же мы? Нормально. Давай их как-то помирим. Это нехорошо, когда в классе есть конфликт. Не, мне кажется, не сейчас. Пусть они немного остынут. Вдруг они сами помирятся. Да. Привет. 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 Привет, Маша. Привет. Как ты? Да нормально, спасибо, что просила. Я переживала за тебя. Всем привет! Мне кажется, я вас где-то видела. Сегодня я буду заменять вашего учителя. И у вас будет не урок химии, а урок труда. Блин, наконец-то! Боже, я так люблю труды. Ненавижу химию. Меня зовут Константин Петрович. Мне интересно, чем вы занимались на уроках труда? Ну, делали разные украшения. Там сережки, браслетики, ожерелья. Тихо, тихо, в классе. Хорошо, фартухи, стулы — это интересно, но... Я хочу сделать так, чтобы вам этот урок запомнился на всю вашу жизнь. Сегодня мы займемся чем-то интересным. Знаете чем? Нет. Мы будем готовить сегодня пиццу. Да! Да, ребят. Наконец-то мы будем что-то полезное делать. Кстати, да. А для девочек это будет классный урок, потому что путь к сердцу парня лежит через его желудок. Я вижу, вам идея понравилась? Да. Это круто. Значит, готовим пиццу. А какую будем готовить? Извините, да. Можно выйти? Да, можешь, конечно. Так какую готовить будем? Я думаю, ну, давайте начнем с гавайской. Да, можешь, конечно. Давайте начнем с гавайской. Давайте еще европейскую. Европейскую? А ты знаешь, как ее готовить? Ну, да. Ресепт интернетчика. Ух ты, какой ты умный. Ну, конечно. Ты мне уже нравишься. Так что ты хотела? Ну, мы вчера с тобой поздорили, и тем более конфликт — это не самое лучшее, что может быть. Тем более драки. Ну да, подрались мы вчера на славу. А ты хороший соперник, я вижу. Так что ты хотела? Ну, хотела тебе предложить перемирие. Давай не будем усугублять конфликт. Ну, посмотрим. Время покажет. Тише. Мне интересно, кто какую пиццу любит? Я гавайскую. Я гавайскую. Что? Какая гавайская? Цезарь самая лучшая.
просто... Гавайская просто так. Ну, блин, ребят, давайте Маргариту. Маргариту 7. Маргариту 7, она лучше всех. Юзефа. Юзефа. Давай. Так. Юзефа. Юзефа. Есть. Давай, Маргарита. Давай, давай. Я бы еще была не против, если бы, например, Цезарь и Гавайскую наиграли. Так, смотрите. Мы проголосовали за три пиццы, правильно? Да. Давайте начнем с первой. Сейчас, подожди, подожди. Начнем с первой пиццы, гавайская. Что там надо брать в гавайскую? Сейчас все скажу. Так, дальше вторая пицца у нас европейская, правильно? Да. И третья. Какая у нас пицца, ребята? Давайте Цезарь. Цезарь, хорошо. Цезарь, нет. Теперь мне интересно, ребята, какие ингредиенты вам нужны для гавайской пиццы? Ананас. Что нужно? Ананас? Ананас. Хорошо. Курица. Курица, хорошо. Кукуруза. У меня вопрос, а тесто нужно? Ну, конечно. Тесто нужно, хорошо. Сыр. Еще какие-то соусы. Сыр нужно. Смотрите, это основные ингредиенты, нам этого хватит. А теперь, ребята, вторая пицца, европейская пицца. Что нам нужно? Два, девочка вот на сзади партии. Маслины. Маслины, хорошо. Что еще? Оливки. Оливки, хорошо. Да, 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 можно. Перец, хорошо, умничка. Ребята, мы кое-что забыли опять. Тесто. Тесто забыли, молодец. Теперь третья пицца. Цезарь, что нам нужно? Листья салата. Помидорки чили. Помидоры, хорошо. Тесто, что еще? Сыр, моцарелла, моцарелла. Сыр, моцарелла. Что, курица? Что курица? Бекон. Бекон. Даша. Зачем Дашу? Так, не ссорьтесь, тихо, тихо. Так, давайте распределим, кто что будет покупать. Ну, мы все для гавайской купим. Да. Смотри, мы с Машей можем принести сыр и тесто. Да, можем, в принципе, помидоры. О, умнички, хорошо. А я могу такую танцировку. А я все съем. И тут я могу поспорить. Так, тогда на перемене все идем по магазинам. Да. И на втором уроке будем готовить. Хорошо. Кстати, ребята, кстати, где у нас духовка? У нас ее нету. Нет духовки? Нет. Зачем в школе духовка? Ага. Ну да, этот урок нам точно запомнится. Мы размечтались. Водитель. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Да. В смысле, это точно нам? Да. Проходите. Вау. Я удивлен. Платить за это надо? Нет, уже оплачено. Все оплачено? Вау, спасибо большое. Все, спасибо, до свидания. До свидания. Ребят, тихо, тихо, тихо. У меня вопрос. Кто заказал пиццу? Я на какой-то человек. Ладно, ребята. Коля, оно оплачено? Блин, это первый раз за мою карьеру. Ладно, давайте тогда налетайте, что ли. Это ваше. Водите, водите. Так, я не понял. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А что да. у вас в классе происходит? Да вот, кушаем. Потапчук, Константин. Да. Ты забыл, в каком ты классе учишься? Нет, не забыл. Или давно на пересдаче бегал? Давно. Жду через 5 минут у себя в кабинете. А это что? Пицца. И кто эту пиццу заказал? А мы сами. А кто пиццу заказал, реально?